Хоба, привет, с вами доктор Влад. У нас так на градуснике 1,5. Вчера 0,5 показывал, сегодня 1,5. Что-то он у меня стал в литрах показывать, не в градусах. Ну ладно, хорошо. А, первое, что я хотел бы сказать, куда-то наш Владимир Боков подевался. Ну ладно, роликов нет, но комментариев я не вижу. Владимир, давайте, появляйтесь хотя бы на секундочку, если, ну не знаю, может быть, болеет человек. Мы вас ждем. Так, новости какие. А, Цымбалюк, вчера столько комментариев было. Он самый лучший, да вы что, он самый-самый, прям вот из всех, да. Ну не знаю, я было потерял веру в человечество, а вот тут Оксана мне написала, мне понравилось. Цымбалюк, понятно, журналист в рамках дозволенного, в меру критики, в меру толерантности, иначе не терпели бы. Ребята, это журналист, это самая древняя профессия на Земле. Сразу после проституток. Ну, те хоть молчат, у них рот постоянно занят. Вот. А эти говорят то, что им разрешают говорить. Те люди, которые платят журналистам. Вы этого не понимаете никак. Я вот, ладно, я вольная птица. И тоже, если бы я был в России, я бы разве себе позволил такое? Ну, ладно, хорошо, с Цымбалюком закончили. Нет, не закончили, он не появился. Он проигнорировал пресс-конференцию Путина. Ну, что такое? Ну, ему сказали, не ходи, не ходи. Да, не появился. Так, что еще у нас? Ага, Евросоюз потребовал от Зеленского. Ой, нет, про Зеленского я не буду, потому что про Зеленского сейчас будет опять куча комментариев. Причем неважно. Я вот в свое время пытался что-то говорить, что Зеленский хороший. Если я скажу, что Зеленский хороший, сразу куча комментариев, что он плохой. Если я скажу, что Зеленский так себе, то сразу будет, ой, нет, да что, он хороший, хороший. Так что Зеленского я тоже не трогаю. Так, а это что такое? А, это у меня с Yahoo News. Так, бывший посол США в России сказал, что Путин становится сумасшедшим по поводу Украины и становится немного страшно. Да, это так. А это что такое? Украина завершила 2021 год выше России в рейтинге FIFA. Это футболисты. Ну, я не удивляюсь. В свое время, если играет «Динамо Киев» и кто-нибудь, неважно кто, то, ну, конечно, «Динамо Киев» и выиграет. Так, сборная России завершает 2021 год на 34-й строчке, а команда Украины 25-е место. Молодцы. Ну, умеют так, чё. Так, американский регулятор одобрил таблетку от коронавируса. Препарат компании Pfizer получил название Paxlovid. Помогает, ребята. Если где-то достанете, принимайте. Так, самолёты. У нас сегодня самолет. Так, подавший сигнал тревоги, самолет из Саратова благополучно сел в Домодедово. А что за тревога? Не говорят. Ну ладно, сел он, сидит. Посадили. Запад должен немедленно дать гарантии безопасности, заявил Путин. Боится, под ним кресло прям уже дымиться стало. Так, в Улан-Удэ объявили режим ЧС из-за возгорания на теплоэлектростанции. Ну, в глубинке своя жизнь, все горит, все дымится. Так, военный спутник РФ, от которого ранее отделился аппарат-инспектор, сгорел в атмосфере. Ну, наверное, отвалился аппарат-инспектор-то, да? А все остальное сгорело. Ну так, это что в космосе? В ДТП с маршруткой в Москве пострадали 10 человек. И на Земле тоже ДТП. Ну, хоть ничего не отвалилось и не сгорело. Так, в центре Гамалеи рассказали об особенностях омикрона. Омикрон штамм лучше распространяется в популяции. Пошел популять. И все, и схватил.
так стало известно о возможном участии Турции в операции НАТО в Донбассе. Ну, ребята, тот же, ну, что это Эрдоган, что Путин, это все диктаторы. Ну, белорусский этот тоже лидер, Лукашенко, это все диктаторы. Им повоевать, ну, это просто за счастье. А вот интересно, экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров Сибура. Вот это вот ничего себе, да. Скоро и макрель будет там тоже. Вот так их покупают. А вы что думали? Сибур, знаете, да? Сибур Холдинг – крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. Так, вахтовики из Башкирии сгорели заживо, боже мой, во время пожара на севере. Вот так они работают, весь этот Сибур, да, сгорели. Одному из погибших было всего 17 лет. Ай-яй-яй. В Новом Уренгое такое случилось. Ладно, смотрим дальше. Следственный комитет начал проверку из-за поста дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых. Что-то он там сказал, наверное, что там просто костей набрасывают и все. Ух ты! Слова Лебедева преступные и нравственно неприемлемые. Что тут? А, он матом, оказывается, там даже. Да ну, он свой. Его не тронут. Так, дальше. Россия объявила о масштабной военной операции в Сирии. Ну вот, Путин в Сирии воюет тоже. Диктаторы обожают воевать. Так. Менее 60% россиян приняли участие в переписи населения. Опрос Левада-центр. Менее 60%. Ай! 46 респондентов приняли участие лично, еще 11 со слов других членов домохозяйств. Ну, в общем, вот так, ребята. Хотели пересчитать, ничего не вышло. Так, а, вот у меня вчера, я вам говорил, что у меня пропала какая-то новость, да? А это Самара, Самара онлайн. В Тольятти, я вот сегодня нашел, в Тольятти на кладбище нашли тело в пакетах. Ну, расчленёнка опять. То было все в Питере, но вот сейчас в Самаре уже тоже есть. Ученый предупредил о чудовищной волне коронавируса в США. Так, какой-то ученый русский. Но я решил посмотреть. Ребята, а правда у нас эх и попёрло. Вот это наш штат Иллиной. Цифры вообще жуткие. Новые случаи 18670. А летом было новых случаев 228-222. Представляете, а в декабре прошлого года новых случаев 10, 11, 15. Вот, а сейчас уже 18. Так, умер актер из улиц разбитых фонарей Вадим Лобанов на 82-м году. Я его не знаю совсем, ребята. Он сыграл мажор еще, шторм. Ну вот. От чего? Коронавирус? Нет, просто продолжительная болезнь. Так, люди стали задумываться об отпуске на орбите. Как развивается космический туризм в России? Какая чушь. Это Rush Today. Да, теперь русские люди будут летать в отпуск в космос. Так, а вот плохая новость. Грузоперевозчики поднимут цены до 25%. А это значит, все подорожает, понимаете? Так, Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, заявил сегодня Владимир Путин. Это «Эхо Москвы» передает. Да, ну вот он чем и занимается, уже медицина развалена к чертям, ну что там еще? Культура тоже. Так, в московском метро произошла массовая драка пассажиров. Так, алкогольное опьянение. Передрались, ребята, да.
Так, журналисты заметили странное поведение Волочковой в московском суде. А что ее туда притащили? Так, актриса веселилась и хохотала, тщетно пытаясь сдержать приступы смеха. Так, я то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж, да? Ну, вот она, да, ну, пошло у нее тоже. Путин назвал ситуацию с долгом Роснано сложной проблемой. А что сложного? Ну, своровали и все. Глик сложно. А, вот у нас твиттер. Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской. Вот именно поэтому они не раскрыты. Так, что еще? А, вот интересно, профессор Преображенский. Мы великие, ракеты, всюду враги, ракеты, во всем виноваты 90-е, ракеты, Европа гибнет, США плохие, мы великие, ракеты, наша вакцина. Это было полное содержание пресс-конференции Путина, да? Так, а тут что еще? Ежегодная конференция с Путиным – это цирк, где козел, который ни на что не может ответить, собирает баранов, которые ни о чем не могут спросить. Ну, это жестко. Наша Канада на Твиттере. Так, что тут еще? А, ну вот опять же, Путин, Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Чем Путин с дружками усиленно и занимаются. Да, ребята, я тоже так думаю. У нас случилось чудо. Во время пресс-конференции с Путиным парализованный дедушка встал и выключил телевизор. Так, на Россию надвигается еще одна инфляционная волна. Перевозки грузов, вот то, что я вам сказал, подорожают на 25%. Да, это официально. Так что тут еще у меня? Еще, если бы в США был голубой огонек, там до сих пор пели бы Фрэнк Синатра и Элвис Пресли. Ну точно, да. Как и в России. А вот еще выражение Путина. Путин, двоеточие, Украину создал Ленин, когда создавал Советский Союз. А ничего, что Украина уже 300 лет до этого существовала. Ну вот так, да. Татьяна Голикова. Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек. И все благодаря Голиковой и оптимизированной медицине, да. Басманный суд Москвы приравнял мужские крашеные ногти, макияж и женственные жесты к пропаганде от однополых сексуальных отношений. Так. Путин на пресс-конференции сегодня. Двоеточие. Людей надо срочно забирать из трущоб. Путин в апреле 2013 года. Людей надо срочно вытаскивать из трущоб. Это все, что нужно знать о путинской болтовне. Так, что у нас? Путин. Мы не могли поступить иначе в Крыму и на Донбассе. Мы были вынуждены действовать в 2014 году. И так возник кризис, который развивается сегодня. Но это явка с повинной, по сути, да? Так, и вот интересно, Максим Мирович, я его процитирую. Он часто про СССР рассказывает. Слушайте, а вы видели когда хотя бы одного доброго и адекватного любителя СССР? По-моему, их не существует в природе. Обычно они грозятся всех посадить, повесить, расстрелять. СССР им нужен только для того, чтобы расправиться со своими врагами, которых нажито как раз на целый барак в ГУЛАГе. Точно. А, у меня все. И, ребята, у меня Антон сегодня. Ролик называется «Дакер Хайтс. Рождественное чудо в Нью-Йорке. Декабрь 2021 год». О, сегодня 24 число, Рождество. Я не знаю, как поздравлять. Да здравствует наше советское Рождество. Лай дзиво, да? Так вот и же знают. Ну и все, ребята. Празднуйте. Праздник, которого никогда не было, вдруг появился. А я с вами до завтра прощаюсь. А, ну, Антона, конечно, посмотрите. Пока.
люди, это Дейкер Хайтс. На мой взгляд, это самое крутое место рождественское в Нью-Йорке. На улице сегодня холодно, как никогда. Еще и ветер. В общем, сейчас немножечко покажу вам чуть-чуть, что здесь. Ну, в принципе, год от года мало чем отличается. Есть какая-то разница в украшениях домов. А в общем-то, почти все одно и то же. Народу полно, туристов полно. Ой-ой-ой, так. Ну чё, ладно, пошли гулять. Сказка. Просто сказка. We're in a race against time to find the cure. Come on up here, guys. We got some candy canes, the bracelet, Hershey Kisses, some information about Michael's cause. Rest assured, everything you need in here goes entirely to research. These beautiful green lights, like I said, looks like Emerald City and the Wizard of Oz. It's also the color for Duchenne muscular dystrophy, which Michael has. And green is the color of hope. And our hope is that we're going to find a cure for this disease sometime soon. So God bless you all. Have a Merry Christmas. Thank you for listening to me. And please come on up, grab a bracelet. Remember this beautiful house. Oh, by the way, guys, we get 2 or 3 proposals a year right in this driveway. So anyone close to getting engaged, come on back.